Так, добрый вечер, дорогие друзья. Как меня слышно? Дайте обратную связь, пожалуйста. Йота. Так, все, спасибо, Олег, Ольга. Спасибо. Запись пошла. Спасибо, Олег. Олег Сошников сегодня помогает мне в чате нашего вебинара. Время летит быстро. Я всех поздравляю с так называемой долгожданной белой бумагой, white paper. Вот, и кое-что об этом и я вам скажу, потому что, скажу откровенно, там еще есть чем разбираться. И поэтому, чтобы быть, ну, хоть в какой-то степени точным, надо в первую очередь еще самому кое-что разобрать. Но в целом дает общее впечатление, оно, скажем так, ну, скажем, кое-что на профессиональном уровне сделано, кое-что в спешке сделано, скажем так. Вот. Ну, всяко бывает, по крайней мере, это отображает реальность, и, скажем так, никто в мире, значит, платформы для Skyway, для блокчейн-платформы для Skyway проекта, для технологии Skyway или вообще для Skyway еще не делал. И поэтому это первый шаг, такой, как он есть. Кое-что проливает свет на то, что было уже опубликовано. Вот, ну а теперь есть возможность разобраться, что к чему. И, скажем, если бы меня сегодня кто-то спросил, что читать и как смотреть, хотя бы даже на английском языке, то это в основном последние главы, там, начиная от 12 главы и дальше. Такие, ну, они основательно более-менее описывают всю ситуацию, дают более широкий обзор для понимания тем, кто заинтересованы в какой-то степени войти в этот проект и, ну, скажем так, дает, по крайней мере, возможность ориентироваться, значит, с чем имеет дело тот, кто с этим делом знакомится. Теперь должен вас, как бы, ну, в какой-то степени, что ли, настроить или мои рекомендации. На это можно смотреть двумя глазами. Обычно белая бумага, она составляется для тех, для новых инвесторов, которые входят в проект. Мы имеем с вами дело с проектом, который, как там уже описано, он идет уже с 2014 года, а сама технология развивается уже 40 лет. Поэтому, возвращаясь обратно к нам, к инвесторам, кто там в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 году входили или входят и будут входить в проект, то будет входить для них это чистый лист, для кого и белый лист, а для тех, кто мы вошли, мы это, на это дело смотрим уже через призму того, что мы знаем о проекте и того, как мы, значит, ориентировались и ориентируемся на IPO и на, соответственно, то, что предлагает белая бумага в связи с токенами Skyway. Ну, давайте ко всему по очереди, будем стрелять, как Штирлиц с Мюллером, по очереди, чтобы она потихонечку редела. Я имею в виду очередь вопросов. Значит, что сегодня актуально? Я немножко говорю об этом. Что дальше? И как? И вопросы. Вопросы на закуску. Вот. И кое-что я просто, значит, не системно сегодня. Я было замахнулся, что я подготовлю сегодня за день системно к этому и разложу, как говорится, как я привык раскладывать вещи, по крайней мере, для себя. Но поскольку я для себя есть вопросы, которых для себя не выяснил, не буду морочить и вам мозги. Поэтому я кое-что только освещу сегодня. Ну, мы в процессе, и чем больше мы занимаемся, чем больше мы интересуемся, тем это лучше. По крайней мере, вот если бы кто-то мне взял за пуговицу, будем считать, что это кто-то сделал, и спросил бы, ладно, Маслов, не крути, скажи, твое первое впечатление. Первое впечатление Маслова, Владимира. Значит, я считаю, что это документ, на основании которого можно и нужно будет работать. Вот, и есть что работать, понимаете? Да, кое-что, значит, я себе поглажу по своей лысой голове, скажу, что я не сильно промахнулся, когда я, ну,
скажем, практически вообще представление в целом правильное о том, как будет проект развиваться. И я кое-что еще прокомментирую, потом roadmap, значит, это путевая карта. Там есть корректировки, которые слегка отличны от того, что было у нас на Skyway, значит, токен, сайте с токенов, по токенам. Так, что сегодня актуально, дорогие друзья? А вот вопросы у меня впереди оказались. Сегодня важно понять, что самым, вот несмотря ни на что, на токены, не токен, IPO, сегодня важно понять, что самым актуальным на ходе является вообще выход технологии Skyway на рынок транспортных решений. И это первично. Если я сижу как акционер и думаю, да какой, зачем мне эти выходы, мне это не дивизует, нет дивидендов. Пардон, но я не получу без этого дивидендов. Мы смотрим, бледно выглядит, на мой взгляд, я возвращаюсь обратно к комментариям белой бумаги, бледно выглядит то, значит, что сейчас делает Skyway. Оказывается, значит, да, там есть свои нюансы. Значит, я понимаю, для меня, как и для инвестора, который уже не первый год, очень важно посмотреть на то, что почему там не отображено все, что сейчас делает Skyway. Просто вскользь сказано, что проекты находятся в работе, отображены только что. То, что достраивается экотехнопарк, завершается в Беларуси, то есть сертификация, даже не просто экотехнопарк, а сертификация. Второе, это то, что идет, значит, в шаг строительства. Затем проекты есть, так называемые, и в Арабских Объединенных Арабских Эмиратах, и московский проект. Все, вроде бы не обозначено. Тут есть своя, скорее всего, задумка, это стратегическое решение, не раскрывать всего. Согласен, достаточно, что на этой стадии это достаточно правильно сделано. Ну, не надо тут, скажем, полный стриптиз показывать, по всей вероятности. Я, в принципе, с этим согласен. Вот, поэтому здесь есть очень важно. Поэтому Skyway, но зато показано, что такое Skyway завтра. Это городские транспортные системы. Мы это знаем и знали. Это высокоскоростные перевозки. Там четко обозначено, это идет, по-моему, 6 глава. Там. Она как раз говорит, что такое Skyway завтра. Вот, грузовые перевозки или грузовые системы транспортные, морские портовые грузовые терминалы, о которых мы говорим, но все больше и больше начинаем к этому подходить как, ну, к хорошему продукту, с которым надо работать, и очень хорошо можно работать. Потому что все мировые, ну, скажем так, 95-99% всех морских портов мира задыхаются от контейнерной обработки контейнеров и сыпучих и любых других грузов. Я уже о жидких грузах не говорю, это отдельная статья. Потому что все набережные, куда вот не приедешь, заполнены этими самыми объемами, большими цистернами, большими емкостями, в которых жидкие грузы. От химии, начиная от нефти и нефтепродуктов и производных, и заканчивая различными, бог знает, какими там веществами. Следующее, мне интересно, что позиционируется компания все-таки, это мосты, путепроводы и виадуки. Да, если мы посмотрим, кое-что сделано в экотехнопарке, там пару моделей, которые как бы вот на это указывают, но позиционируется, что это тоже работа, ну и скорее всего в этом направлении можно и нужно будет работать. Хотя, скажем так, что в самом первичном проекте этого не было. Но это не запрещает взять и с этим работать в рамках вот проектов, которые будут проходить через платформу или на основании, или с которыми будет платформа работать. Линейные города – это абсолютно продукт, который будет интенсивно входить с межгородскими транспортными сетями и с, скажем, с высокоскоростными линиями между городами, начиная там от 350 километров расстояния и больше, когда, ну, начинает повышаться целесообразность высокоскоростных линий. Производство гумуса – актуальнейшая задача.
Строительство путепроводов, вот, различных путепроводов, потому что они могут быть первично построены, например, навесная, потом подвесная, потом еще комбинированная и так далее. Вот, значит, но дальше там начинается. И вот это то, что Скавей будет из себя представлять завтра. И это как раз вот хорошо стыкуется с той схемой, которую мы с вами смотрели. Заканчивается первая фаза, мы уже на грани перехода, и там вопросы есть, я потом отвечу на них, когда 15-й, что мы уже в 13-м, 14-й, 15-й и так далее. Что будет дальше? Поговорим об этом немножко сегодня. И важно очень понять, что вот с этим сейчас компания работает и будет работать. И вот это первично сегодня, вот сегодня для нас, что на рынок транспортных и других решений. Потому что, когда мы говорим об IPO, для нас интересна та часть, которая была начата с проектом. Но если мы говорим о завершении первой фазы, она расширяет те рамки тех возможностей. И с закрытием 15-го этапа закроется возможность входа в так называемое в число владельцев или совладельцев акций или владельцев акций компаний, которые являются совладельцами акций компании, владеющей технологией. Значит, в связи с белой бумагой у некоторых возник вопрос, его прямо не представили, но я, точнее, от угольной пыли перевел, значит, да, согласен, Виктор, я сейчас не буду отвлекаться на вопросы, у меня мысль бежит, она бежит быстрее меня, ее догонять надо все время. Ну вот, понимаете, потому что если мы говорим об акциях, то там очень важно, значит, мы знаем, что GTI является владельцем технологий Global Transport Investment, да, и так далее. Но когда мы смотрим белую бумагу, то у некоторых возникли вопросы, а что за компания такая GCI Company? Вот, это в Эстонии учрежденная компания, значит, и есть так называемая там, ну, как бы, косвенное, как бы, указание, что она связана и является тоже владельцем или связана с владением технологий. Я сегодня не знаю и не буду комментировать, как. Есть различные возможности, как это делать. У нее могут быть различные договора с GTI, и это правильно. Вот. Но владельцам... Я посмотрел в реестре Эстонии, что такое, что из себя эта компания представляет. Это обычно, значит, ООшка в эстонском понимании, или ЛТД, как ее тут по-разному квалифицируют, вот, которая является просто юридическим лицом, которое необходимо для определенных операций. Вот, не буду сейчас никаких других данных сообщать, просто скажу, да, это действительно компания, которая есть. И правильно сделано. Кстати, там кто-то задает вопрос, ну я уже так вскользь затронул, что а что это опять в Европе, а что это в Эстонии, ведь уже один раз на грабли, да не один раз мы наступали на грабли. А это не значит, все-таки как ни крути, по всем экспертным оценкам Эстония является одним из выгоднейших, скажем, полигонов или сред предпринимательской среды для начала и осуществления различного документа оборота и юридической регистрации компании. Она выгодна. Тут маленькая бюрократия, нет столько налогов, как в других странах и так далее. И это рационально, и почему бы этим не пользоваться? И она никоим образом на, скажем, на бизнес не влияет. Это, наоборот, хороший показатель, что в Евросоюзе, в Эстонии компания учреждена. И это хорошо. Поэтому с этим мы делаем, идем дальше. Значит, что такое сегодня важно и что первично? Вторично это, потому что вторично это наши объемы проектов и, естественно, наши дивиденды, которые мы придем, и в этом я не сомневаюсь. Сегодня важно финансировать все, что служит сертификации. Возникают вопросы, товарищи, там, господа, дамы, задают вопрос, ну что, мы сейчас уже, значит, были, обещали, там, Суходол говорит, там, Сибиряков где-то там говорил, да и
ваш покорный слуга время от времени открывал свой рот в этом плане, что вот, есть инвесторы, которые готовы инвестировать. Они сегодня есть. Есть, конечно, но им не дают проинвестировать. Потому что нам не подходит, или, скажем, вернее, владельцу технологии головной компании не подходят условия, с которыми они хотят войти. И поэтому они следят за тем, когда им войти. Войти в акции действительно им и нам, главное, не выгодно. Друзья, это надо понимать. Чем дольше будет процесс, значит, этим не сократится период между сегодняшним числом и числом, когда мы получим дивиденды, но сократится количество акций, которыми могут воспользоваться люди, которые хотят проинвестировать в саму технологию сегодня. Понимаете? Потому что это действительно то, что будет приносить. Каким образом? Это другой вопрос. Задается там вопрос, значит, ну к нему ладно, я сейчас не буду все размазывать здесь, по поводу там IPO, STO, ICO. Вот, сегодня важно финансировать все, что будет сертификация, однако мы уже имеем достаточный объем сертифицированных средств, поэтому в этом направлении надо работать и компания работает, но это мало показано на, в том перечне, который там приведен. Это, скорее всего, стратегически такое решение было сделано. Кое-что зависит от того, от наших взаимоотношений или взаимоотношений, скажем, головной компании с арабскими партнерами или, вернее, с компанией, которая учреждена там. Там есть свои определенные обязательства, и поэтому это никоим образом отрицательно не влияет на общий ход дела, но отображается таким образом, как оно отображено в белой бумаге. Так, теперь следующий слайд. Это, об этом я говорил и в прошлый раз, но в прошлый раз я с вами не смог переговорить, к сожалению, так, с технологией, с чем мы можем выходить? С технологией через пилотные проекты, через адресные проекты. Что и делает компания, что делают некоторые партнеры, в том числе и ваши, значит, Skyway Capital, который, скажем, пару пилотных проектов, которые давно-давно начаты, их имеет смысл довести до ума и предложить головной компании принять решение, значит, что с этим дальше делать, когда будет очень четко понятно. Теперь становится, кстати, с белой бумагой стало значительно понятней, как дальше проводить, осуществлять финансирование. Там есть хорошие, значит, механизмы, они показаны, и понятным становится вся эта кухня финансирования проекта. Это хорошо. С блокчейн-платформой внутренняя биржа, приоритетное размещение по отдельным адресным проектам или по отдельным проектам. Все это начинает работать. Там четко сказано, что будут делались и будут делаться так называемые предварительные или предразмещения или предрегистрации желающих. Было и будет. Но там также сказано, о чем мы и говорили с вами, что 13 месяцев будет так называемая закрыта возможность тем, кто уже приобрели токены, с ними что-то делать. Ну, вы, пожалуйста, приобретайте. С момента приобретения, да, то есть есть некий такой период моратория, что ли, на активное пользование этими токенами. И дальше там есть такая, я не разобрался там, как, есть ли там какое-то продолжение, но я говорю то, что там я как бы увидел, что определенное количество, там определенными порциями по 4%, по-моему, в месяц, я могу ошибиться, но, по-моему, так, можно будет там дальше их как бы активировать и ими пользоваться в рамках возможности биржи, внутренней или внешней, на какую выйдут. Вот. Дальше. Система пакетов подрядных работ для формирования сети подрядчиков. Это важное направление. Головная компания в основном за струнные технологии с этим работает, и это радует. Я вам прямо скажу, я как вот, как акционер, я потихоньку полглаза приглядываю за этим делом, делаются перестановки в компании, и это положительное направление, которое, ну вот, очень хорошо, что это делается. Созданием своей системы мобильных, наладочных и пусковых групп тоже делается. Ведь, смотрите, модель в шарже, она уже является одной из мобильных, наладочных, пусковых групп, потому что Анатолий Эдуардович еще в мае месяце сказал, мы никуда от этого не денемся, нам придется это делать, потому что мы не можем ни на кого, к сожалению, пока положиться.
Это все самая надежная основа для выхода на рынок, друзья. И по всему фронту этих работ все делается для того, чтобы это все сработало. От этого прямо и косвенно зависит размер выгод акционеров, то есть нас с вами, сроки получения выгод. Так что, да, конечно, мы сидим, и многие из нас хотят как можно быстрее, но вот мы сейчас посмотрим немножко дальше там так называемую roadmap и увидим, каковы сроки, и сможем их спрогнозировать. Значит, что у нас тут дальше? Вот у нас дальше начинается уже roadmap. Ну, ладно, все это тут уже старые вещи, не буду это говорить. Так вот, смотрите, с roadmap мы видим здесь с вами, значит, здесь идут, так разбито на 5 основных направлений. Это строительство инновационного центра в Шарже, в Объединенных Арабских Эмиратах. Черное – это строительство и инсталляции, инсталляционные работы, то есть установочные, наладочные работы. Да? Красное – это проектирование и предпроектные исследования, предпроектные исследования и предпроектные исследования – это синее, feasibility study и предпроектной работы. Вот. Значит, с этим Шарджа. Второе. Бизнес-проекты по всему миру. Вот оно сведено под это. И здесь мы видим, что так называемые основные pre-feasibility study, то есть предпроектные исследования и описание проекта, они начинаются в четвертом квартале. Но это не значит, что их никто не делает. Разгон начнется здесь. Поэтому, скажем, и объявлено будет то, что все до сих пор сделано. Потому что здесь есть, видите, есть светлые, видите, светлое и темное. Темное – это предпроект исследования, светлое – это так называемое получение результатов или экономические выгоды компании. То есть есть и такие, это с четвертого квартала этого года. И так далее пошло. Теперь третье направление, это высокоскоростной транспорт. Он сейчас находится со второго квартала этого года и так далее. Будет в стадии, проектирования и проектно-изыскательских работ. Потому что там надо обосновать много вещей, и это проектно-изыскательские работы. Вот правильный перевод, я думал, как это правильно перевести. Это проектно-изыскательские работы. Вот. Четвертое. Биологические продукты, там масса различных тем, точно так же они находятся тоже в этой стадии. И теперь дальше идет пятое, это Spaceway, только аж во втором квартале следующего года начнутся, по нему вообще ничего нету, а по четвертому только лишь на следующий год во втором квартале начнутся какие-то строительные инсталляционные или установочные регуляционные работы. Вот основное, что куда идет все это дело. Теперь смотрим дальше. 2020 год, третий квартал. Что по первому? Где у нас идет Шарджа? Здесь уже будет строительство и запуск всего этого дела. Да? Вот. Использование. Различные бизнес-проекты, тут масса всего. Высокоскоростной, тут и есть определенные вещи, которые будут сдаваться в эксплуатацию, или вернее, скажем, использоваться, и что-то будет еще допроектироваться. И это до 2021 года, до четвертого квартала. Но там же будет еще и различные другие вещи. По агро то же самое, я не буду сейчас сдаваться в детали, мы к этому еще придем. И самое, интенсивное начнется по
всему, потому что все то, что было здесь первым, это строительство инновационного центра и других вещей, переходит уже в фазу и получения выгод, и вот эти темные, и начало новых проектов. То есть вот она масса здесь, до 42 года, пожалуйста. Вот, и SpaceWay только начинается в 22 году, в 27 по 31 год идет начало, значит, первых инсталляционных и строительных работ и так далее. То есть с 27 с 31 года. Вот. Вот такая последовательность. Все. Всем привет. Так, но при напомненности инвестициями заходятся все этапы, а многие ждут обратный выкуп. Ну, другие друзья, Татьяна, значит, Т. Но при напомненности инвестициями закроется нет. Вы знаете, с одной стороны, не только, хотя, в принципе, да, этапы могут закрыться. Но если этапы закроются, это еще не значит, что будет обратный выкуп. Понимаете? Ведь что такое обратный выкуп? Ведь это же ведь не пирамида в плохом смысле, что кто-то проинвестировал, а я или компания взяла эти деньги, направила на обратный выкуп акций. Хотя это бизнес был бы хороший. Понимаете? Это нельзя делать, это наказуемо. В принципе, по всем, значит, финансовым правовым нормативам. Это нельзя делать. Вот, хотя, это самое, я должен извиниться, что я на своих вебинарах год-полтора назад говорил, что в принципе можно делать такой бизнес. Это такой узкий бизнес, можно создать компанию, но это уже называется, скажем так, ну, делать бизнес на том, что не является основой для бизнеса. И если потом кто-то скажет, ну слушай, ты вот этим делом занимаешься, это не тот уровень, где можно и нужно делать бизнес в технологии и вообще в проекте, правильно сказать так, SkyWay. Поэтому все, забудем про это. Скажите, когда мы получим дивиденды? Вот узнаете точно, когда вы получите, откуда я знаю, когда вы получите дивиденды. Вы, может быть, свои акции до этого времени продадите. Я прошу прощения, Надежда. Понимаете? Получим дивиденды, но практика показывает, что, значит, дивиденды там расчетные есть, и есть дивиденды реальные. Тогда получим дивиденды, когда будут реальные деньги. А для этого надо строить, в первую очередь, надо продавать проекты, надо запускать саму систему. Дивиденды можно получать и там, где есть сравнение, вот если вы посмотрите в белой бумаге, да, там есть сравнение, что чем, например, СТО или так называемый безопасный токен, предложение безопасных security token offering, чем, что он как бы не лучше, а он отличается, правильно сказать так, отличается от IPO, то есть инициализации, значит, акций на открытом рынке. Вот. Просто процесс инициации и выкупа или выставления акций на фондовую или на акционерную биржу, он значительно, он длинный. Этим компания занималась и занимается, но практика, когда начали сейчас прорабатывать и подготовку описания по белой бумаге, то пришли к выводу, эксперты сказали, что значительно выгоднее будет в оборот вывести через токен все это дело. Вот, поэтому сейчас не буду опять-таки ничего прогнозировать, мы на эту тему еще поговорим. Так, да, вот, кто еще будет так легко, может выпустить. Но при инвестициях закроется все этапы, а многие ждут обратный выкуп. Вот, всем привет из Риги. Так, мы получим дивиденды. А это говорят не вы, а Анатолий Эдуардович, говорили не вы. Народные ролики вам отправлю. Я понимаю, что в 2016 году, но это был 2016 год, и все, друзья, развивается. Понимаете? И, ну, трудно сказать, потому что я тоже кое-что представлял несколько иначе. Но мы находимся действительно в живом, развивающемся проекте. И для нас сейчас что? Чтобы кто-то выкупил акции, что ли? Не волнуйтесь, я больше чем уверен. Вот сейчас я прочитал эту, я правда ее вот так вот не успел, у меня просто времени сегодня не было, к сожалению.
были документы, которые я в первую очередь должен был сегодня проработать и подготовить и отослать. Вот. И поэтому, прочитав по диагонали и сосредоточившись на некоторых местах, могу вам сказать, что я больше чем уверен, что в ближайшее время, в ближайшее полугодие мы получим возможность, если кому приспичило, реализовать акции. Но вопрос только в том, насколько, значит, совпадут ваши ожидания с тем, с теми возможностями, которые вы получите. Но вы получите возможность, понимаете? И если вы инвестировали в 2014-2015 году, в любом случае будет выгодно, значит, какую-то долю, или если вас припрет, извините, это, конечно, ничего тут веселого нету. Бывают разные жизненные ситуации, мы все в них бывали, лучше бы не бывали, да, но так нас жизнь учит. Вот, что придется акции при возможности реализовать. Да, есть несколько акций, которые я реализовал, и сейчас, в принципе, мог бы, например, чесать затылок. Ну что, ну дальше что? И так уже там прически нету, понимаете? Вот, и поэтому есть люди, которые вот недавно мне рассказывал историю. Ну ничего, таков мир. Мы учимся, мы развиваемся, ничего страшного. Поэтому будет в ближайшие полгода, я думаю, что я не сильно тут ошибаюсь. Не сильно вам лапшу на уши вешаю, извините. Вот стоит сейчас приглашать инвесторов на хорошие суммы, вот я уже не уверен. Ну, Татьяна, ну вот вы как-то, значит, вроде бы грамотный человек. Вот стоит сейчас приглашать? Конечно, стоит. И стоит до самого последнего момента приглашать. Понимаете? Ведь почему не стоит? Во-первых, если вы, когда вы приглашаете, вы получаете, я об этом мы несколько лет назад говорили постоянно почти, что это такое? Это значит, что у вас есть поток бонусов. Вам не надо вынимать из кармана свои средства, вы получаете пассивный, условно говоря, пассивный доход, и вы его используете для того, чтобы приобрести акции. Отлично, потому что, например, у меня нет такого большого, потому что мне некогда заниматься со структурой, и я вкладываю свои денежки, кровные, понимаете? У меня есть план, с которым я работаю, и я постоянно работаю с портфелем своих акций. Но я вкладываю реальные деньги, которые я мог бы, например, если бы я хотел, мог бы там, я не знаю, что делать, что-то, на что-то их направить. А я направляю в кабинет для того, чтобы приобрести. Потому что какой-то маленький поток есть, но он плачевно маленький по сравнению с тем, что должно было бы быть, если бы я серьезно работал со своей структурой. Вот. И для общей информации просто я, значит, кто знает, кто структурой занимается, что, к сожалению, я пока еще на уровне мастера, даже не эксперт. Так что вот таким образом раскололся. Поэтому, значит, смотрите, я сейчас вернусь обратно, там вопросы были, народ ожил, и сегодня нам разрешают читать. Когда, значит, дивиденды, это 13 этап. Вот стоит сейчас приглашать? Конечно, стоит. Приглашу, а им еще 5 лет. А чего ждать? Понимаете, ведь может быть и 10 лет ждать. А чего ждать? Не надо себе строить никаких иллюзий. Ведь ждать надо будет хороших дивидендов и хорошего уровня стоимости акций. Все. Это знаете, как посеяли. И яблоня, она не будет первый год плодоносить, но ей надо развить свою мощность. Кто сажал яблони в экотехнопарке? Первый год там одно дохленькое яблочко было. Ну и что? Ну да, повеселились, посмотрели. Следующий год уже что-то было. В прошлом году, например, я смотрел, там можно было уже яблок поесть. Я съел пару яблок. Понимаете? Так что точно так же с каждым проектом. Поэтому эта логика не работает, она, вернее, скажем, такая, значит, пессимистически, и она не проактивная, что вот, все плохо и так далее. А куда лучше вкладывать? Что лучше купить на эти деньги, на $100, лучше купить какие-нибудь ботинки, что ли, которые ты сносишь? Да, конечно, в ботинках тоже надо ходить. Я дальше немножко буду говорить о том, что фактически мы находим, сейчас просто радоваться надо. И людям говорить, тащить их за волосы, тащить их за руки в проект. Друзья, это единственная возможность хоть как-то обезопасить. Вот как только я закончу сегодня вебинар, два старых знакомых ко мне попросились на разговор. Я говорю, только после вебинара, бог с ним, я с вами переговорю.
говорят, вот мы сейчас колеблемся, входить, не входить в проект и так далее. Очнулись через кого-то другого, и он попросил, ну слушай, переговори с ним, серьезные люди. Я им первое, что я им скажу, друзья, вот вы знаете, если вам не жалко своих денег, растрачивайте там, я не знаю, там, куда-то их вкладывайте. Или же просто съедайте и так далее. Потому что просто экономить сейчас куда-то, копить, это очень опасно. Понимаете? Не вкладывая во что-то, не вкладывая в возможности пассивного дохода. Вот что очень важно. И кто-то тут мне недавно говорил, вот я что-то не уверен в пенсионном. Конечно, правильно, что ты не уверен в том, в той пенсионной системе, которую сейчас в Европе пропагируют. А это не только Европа, во всем мире это так. На самом деле на данном этапе делается больше, чем раньше после выхода на арабский рынок. Просто не все. Правильно, Виктор, спасибо. Очень хороший комментарий. И это так и есть. Просто, скажем, от бла-бла-бла мы перешли больше к делу. Что, ну, этап уже другой. Делать надо больше. Какие акции выкупит кто-то? Ведь на краунд-инвестинг Юницкий отдал только нет. Татьяна, вы не совсем правильно, Юницкий ничего не отдавал. Значит, и никаких не 30%. На, значит, каждой из компаний Eurasian Real Scary Systems Holding 1, с которой начинали, потом 2 была учреждена, перевели туда, значит, часть привилегированных акций в акционерный капитал. Теперь 3 довыпустили еще привилегированных акций. Они, каждая из этих компаний, на инвестиционное покрытие для залога отдает или как бы выставляет, используется 50% минус одна акция каждого акционерного капитала выпущенных акций этих компаний. 50% плюс одна акция, каждый из них, первый двух уже оставлено, почти там есть кое-какой баланс, вот, почти по 51 минус одна акция выдана. И все, 50 плюс 1, 50% плюс 1 акция стоят для того, чтобы их использовать для выхода на IPO или же для определенных операций со свободными акциями, чтобы выйти на рынок с этими акциями. Понимаете? Ведь все, вся работа идет ради этого, чтобы поднять стоимость этих акций до их номинального уровня, то есть 1 акция, 1 доллар и выше. Вот к чему мы идем, понимаете? И это как раз и комментарий к разговору, когда будут, можно будет продать акции. Ну, а если вы по сотой цента хотите продать, ну, да, послезавтра, может быть, и будет такая возможность. Понимаете, а лучше их продать потом по доллару или там, бог знает, какая единица будет к тому времени. В ближайший год очень много изменений произойдет в финансово-денежной системе мира. Поэтому тут надо сейчас лучше отложить такое место, где точно знаешь, что вот она у меня есть, какой-то там вот кружка, например, да, я знаю, что, я, вот видите, какая кружка с петухом, и что эту кружку реализую точно сегодня за 1 доллар, а потом я за какую-то, за 1 определенную единицу, я его все равно или за 2, или за пол реализую. А если у меня доллар, то он уже не доллар, потому что доллар может завтра быть на 100, на 1000, на 10, там по-разному. Или скажут, все, доллар это фантики, их выпустили столько, они полностью дискредитированы, за ними ничего не стоит, и все. И ими пользуются сейчас лишь только потому, что надо как-то какой-то номинал иметь для значит, экономических и торговых и иных взаимоотношений. И учетных взаимоотношений, кстати. Понимаете? И ничего более. А перейти быстро на другую систему, ну, будет какой-то период. Поэтому впереди много интересных моментов, друзья. Вот. Татьяна, а у меня тоже самое, никого не приглашаю. Напрасно. Вы упускаете свои возможности, коллеги. Первые дивиденды раньше 25-го года не ждите. Ну, я вот не знаю. Я с методичностью, значит, Владимира Маслова хочу вам сказать, что я почему-то все-таки рассчитываю сменить свой вид транспорта. Раньше я точно не мог вам сказать, какой, теперь я уже знаю. В 2021 году на, значит, машину или устройство передвижения как минимум на водородном двигателе. Ну, посмотрим. Значит, кого будет вообще миссия с Свик-токеном? Какой Свик-токен?
С ВИК-токеном не знаю, что такое. Нет таких. СВГ. СВГ. А, СВИК. СВГ токенов. А вот вообще, какова будет? Не знаю. Когда хоть на 4 перейдем? А все, если вам так, в ближайшее время перейдем на 14 этап. Это вам могу гарантировать. Денег люди ждут. Денег люди всегда ждут. Понимаете, вот сколько я помню с самого детства. И я жду, и люди ждут денег. Послушаем отчет от Юницкой, ответы на вопросы. Уж скоро, Станислав. Да, конечно. Владимир, возможно ли в будущем, когда доли приобретут законную ценность, передать часть другому человеку? Вы понимаете, дело-то в том, что нет, они и сегодня ценность законную имеют. Значит, кто это спрашивает? Берег. Значит, они и сегодня имеют ценность, но она не является ликвидной, то есть я не могу с ними ничего делать. Она чуть-чуть была ликвидна, когда мы меняли что-то на токены. Пробная была операция обмена, помните, да? Все, потому что это внутренняя учетная единица, единица акция, все правильно, так? Вот, ну, этого никогда не будет, когда другому человеку что-то передать. Это же не мобильный телефон, который я взял и передал, понимаете? Это не вещь, это акция, она зарегистрирована на конкретного человека, и люди между собой не могут, это прямо почитайте документы, там написано, не могут торговать ими, обмениваться там или еще что-то делать. Вот, когда будет выведено на биржу или в открытый доступ, тогда просто можно будет продать, а тот, кто хочет, он их купит. Все, иного ничего не будет. Там даже с дарением есть определенные трудности, но это время покажет. Потому что дарение тоже сейчас... Есть такая фраза в документах, что все сделки, значит, отчуждения, а это есть сделка, если я кому-то даю, это отчуждаю, да, являются незаконными. Без согласования, без наступления периода, утвержденного владельцем технологии. Вот и все. Всех продадут, как инвест, порадуют. Так, Виктория, правильно, ведь долго ждали, подождите еще немного, а лучше еще приобретать. Правильно, и будет вам счастье. Абсолютно правильно. Причем интересно по поводу определения счастья. Все, знаешь, говорят о счастье, а когда спрашиваешь у человека, что такое счастье, он долго и нудно заикается и говорит. И не говорит зачастую не то, что там мне подскажет, что выступление с отчетом нас всех порадует, как и мне. Скажешь, порадует. Спасибо, Виктор, я тоже так думаю, что абсолютно порадует, как всегда. Берег, например, родственникам. Нет, родственникам единственное, что есть по наследству, перейдет, вот и все. Вы в наследстве можете написать, в наследственном каком-то завещании там или в таком документе, да, там можете распорядиться, это один вариант. Но учтите, что если вы там в наследственном завещании, например, у вас есть законные наследники, да, ну, по роду, по иерархии, скажем так, вашей фамилии, вот, и у вас есть, допустим, супруга, не допустим, точно есть супруга или муж, супруг, вот, есть дети, предположим, один, да, и вдруг вы Марии Петровне или там какой-то Светочке, значит, в наследстве напишите там, ну, акция номер такая-то, по акции номер такая. И, значит, человек уйдет в мир иной, допустим, не вы это, а кто-то другой это сделал, который это, ну, такое завещание написал. Потом очень спокойно или дочь, или сын, кто у вас были, или ваша супруга, или по иерархии, или по рангу, значит, наследования, кто стоит, он может оспорить это дарение. Ой-ой-ой, как может оспорить, понимаете? Там потом, уйдя в мир иной, оставляет за собой для передряг, значит, что-то это лучше не делать. Не говоря уже о том, что кому-то просто чужому человеку там как-то договоритесь с ним. Это не надо делать, это вы усложните свою жизнь и жизнь других людей. Рассматривали возможность токена обменять на акции? Да, она будет, там даже почитайте, там есть такой вариант, когда есть... Что-то будет, какая-то возможность будет, я так думаю. Вот какое-то чувство мне говорит, я бы лично это сделал.
Ну, это отдельная история. Я не знаю всех расчетов, но если бы у меня были бы все информации, то можно было бы посчитать, какую часть акций можно обменять на токен. И нужно это сделать. Кстати, тут надо с умными людьми еще советоваться. Фреда, я с 4.15 инвестировала в фонд каждый месяц в Германии. То есть, что нам сказали, что пенсия будет маленькая. Это время внесло лучше евро. А сейчас его получила 13 евро. Это за... Да, правильно, Фрейда. Вы знаете, я могу вам рассказать еще более печальную историю со мной лично, понимаете? Поэтому ничего странного тут нет. Это с государством и со всем, что от государства предлагается, это все равно, что с чертом на перегонки бегает. Ты не знаешь, за каким поворотом он сделает финт. И потом просто разведет руками и скажет, ну, нет, и все. И что ты ему скажешь? Ничего не скажешь. Почему на Рона, а не на Электро? Ну, потому что Электро есть Электро, Олег. Я потом в частном порядке объясню, почему на водородном. Водород как таковой, он сам по себе взрывоопасен, конечно. Но если правильно технология построена, то водород превращается во что? Вот, при соединении с кислородом. Тепло и воду. Так, часть акций была реализована в токены, остальная часть акций осталась в долларах. Если доллар рухнет, то как будет акции? Ну и будут как-то иначе, что-то будет, какая-то идентификация будет. Потому что акция, она есть акция. Это будет зависеть от компании, как она привяжет их к новой системе единиц, ну какого-то исчисления. Она может акции привязать к токену, и все. И токен, ведь на рынке, если вы смотрели, а если не смотрели, то я полглаза видел там, и по-моему там так, что можно очень, я сегодня, и кто-то из вас может говорить, что, пардон, нам и не нужна будет вообще система денег, денежная система. Токен есть, там могут все участники процесса, посмотрите, там схема есть, я просто не подготовил для вас, ну просто не успел, значит, качественно ничего сделать. Там все участники процесса, от проектирования, заказывания, то есть все и выгодополучатели, и участники подрядные, все могут между собой взаиморасчеты вести в токенах. Все. А если это возможно, а у нас есть аграрная система, так мы вообще можем перейти на что угодно токены потом обменять, если еще нужна будет какая-то другая единица, понимаете? На хлеб, можем на какие-то другие, а токен, она будет расчетной единицей. Я больше чем уверен. И чем больше будет проектов, а транспортный проект – это серьезная система, она связывает целый кластер участников, начиная от пищеблока и заканчивая, допустим, системами, другими транспортными системами, вплоть до воздушных перевозок, вплоть до морских перевозок и прочего. И в промежутке все другие сервисные системы тоже будут участвовать, понимаете? Поэтому ничего страшного вполне возможно. Есть люди, кто пожалел, что поменял акции на токены, их интересует обратный ход. Ну, куда, вот зачем обратный ход-то делать, Марина? Значит, были переданы токены, остальная часть акций стала в долларах. Есть доллар. Значит, Марина, сейчас, Владимир, вы не поняли. Есть люди, кто пожалел. Ну, пожалел, ничего страшного. Например, моя супруга жалеет, что я ей вовремя не предупредил, что она хочет... Я, говорит, тоже хочу попробовать в токен. Я говорю, ладно, вот я попробовал, ты посмотришь, а потом будешь думать, пожалеть или не пожалеть. Я считаю, что ничего плохого и ничего хорошего. Пока я не могу сказать то, что я поменял вот на токены. Время покажет. Сейчас трудно чесать затылок или тереть руки и говорить, ой, как хорошо. Просто мы сделали что-то и идем дальше. У токенов будет в ближайшее время... У новичков вот откроется период в какой-то момент, не могу сейчас сказать, я проворонил. Где-то там, по-моему, было что-то сказано, этот счет, но не могу сейчас точно сказать, не буду врать. Значит, смотрите дальше. Так, эти фразы мы больше не будем. Теперь давайте вернемся обратно к вопросам еще. Я тут вам отвечал. Так, вот вопросы. Когда состоится 15-го? После 14-го. После определенной подэтапа 14-го этапа. Это могу точно сказать. Извините, я не ерничаю, так она есть.
Потому что задавать вопрос, что влияет на то, когда будет 15-й этап. На это влияет как минимум два фактора. Первый фактор – это то, что суммы инвестиций, которые необходимы для закрытия проектов основной технологии, а вы знаете, какие основные технологии, да? Вот, и одной из них является высокоскоростная трасса. Поэтому, но это не значит, что, понимаете, вот тут уже процессы идут параллельно. Одно дело, если завтра деньги, например, на всю сумму будут, как мы говорим, то практически послезавтра можно уже этапы закрывать. Понимаете? Потому что есть, кто-то положил там вот в банке, там, я не знаю, на полку, или куда-то положил такую сумму денег, которая необходима по проекту, а я говорил неоднократно, и Юницкий говорит о том, что сумма, для, необходимая для строительства и проведения всех сертификационных процессов в Шарже, она значительно, или в Арабских Эмиратах, она значительно выше, чем была бы, чем расчетная, во-первых, и та, которая могла сложиться в условиях экономики Беларуси. Поэтому это не маленькая сумма, я ее оценивал там 100-110 миллионов, вот, хотя по проекту это было 80 миллионов, вот, может быть, это будет больше, может, чуть меньше. Все зависит от того, за что и как придется платить. Потому что все течет, все меняется. Никаких договоров ни на строительство, ни на что. Вперед нету, они идут по ходу. Поэтому здесь отталкиваться от этого очень трудно. И поэтому первый фактор, еще раз повторю, чтобы не замазывать ответ. Значит, первое – это то, что есть сумма, вот, и второе – это то, что реально, значит, есть возможность, необходимость прекратить процесс, скажем, передачи акций, в, оставить какой-то задел еще акций, свободных акций, больше, чем 50% плюс одна акция. Это трудно мне оценивать, это может быть как один из факторов. Если такая необходимость будет, то тогда вот можно и нужно будет это делать. А так просто процесс идет, и параллельно идет этот процесс, значит, освоения ввода технологии сертифицирования, ввода в эксплуатацию. Вот, теперь, Владимир Иванович, когда он начинается? Так, и что же ждать рядовым инвесторам, что же ждет по его завершению? Как завершится 15-й этап, я уже говорил, что ждет то, что просто, ну, скажем, акции можно будет 15. Я думаю, что к завершению 15-го этапа уже у нас появится много возможностей использовать акции на, значит, для обмена на токены, скорее всего. А токен это, как я уже сказал, это единица расчетная, уже можно будет рассчитываться, да, и приобретать какие-то средства. Вот. Для компании это будет некий и официальный, и легальный способ возврата акций, и их, как бы, условно говоря, это косвенный выкуп акций, условно будет называться, да, вот. И это раз. Второе, ну, ждать дивидендов, когда они существенными будут, это займет немножко времени еще. Какие перспективные проекты и имеются ли уже масштабные договора для реализации задумок? Конечно, есть. Масштабные договора есть. Ведь никто же не отменял еще и договор в Индии, друзья. Миллиардный договор. Никто его не отменил. Он просто встал в ожидании, пока сложатся условия. Его никто не закрывал, насколько я знаю, по крайней мере. Я уже не говорю об договорах в Арабских Эмиратах, там, в России, в других странах. Они договора есть, вот, преддоговора, они стоят как бы в очередности выполнения работ. Посмотрите по путевой карте или roadmap, там видно, когда, что, куда выходит. Не детально, но в общих чертах есть. Никаким образом я, как рядовой инвестор, смогу получить дивиденды. Очень просто. Как только компания примет решение выплатить дивиденды,
А условием для этого есть наличие значит, средств, то все можно будет начинать выплачивать, рассчитать дивиденды, объявить вам, и вы их получите. Но для этого вам надо будет открыть или сообщить счет, на который вам перечислят эти дивиденды. Все, вот тогда вы сможете это сделать. В своей речи в Шарже 15 минут я имею говорить, что мы выйдем на биржу, когда дисконт будет 1.1. Не дисконт 1.1, а это является условием выхода на биржу, что на биржу выходит с, не с дисконтом 1.1, а выходит с, значит, с акциями по номинальной стоимости. Вы неправильно поняли. А дисконт будет 1.1, не будет. 15 этап заканчивается с дисконтом 10-20, между 10-20. Вот, и дисконт уже все, этапы закрылись, какой дисконт? Дисконт, что такое дисконт? Дисконт это так называемая, скажем, уже замылилась, значит, предложение инвестору, как бы получить определенную скидку, что ли, или наименьшую, то есть, инвестируя 1 доллар, получить залог в 10 долларов, если 1 ввести. Вот что такое дисконт. И это в течение нескольких ближайших вопросов. Что же нам еще ждать несколько лет, чтобы продать акции по 1 доллару? Ага, не факт, что вы через несколько лет продадите. Это все зависит от того, ведь от чего зависит стоимость акции в 1 доллар. Стоимость акции в 1 доллар, дорогие друзья, зависит от того, как на рынке будут покупать эти акции или токены. Вот и все. Шестой год пошел. А чего шестой год, друзья, пошел? Я же вам нарисовал и показывал, я уже не говорю о том, что Ильинский постоянно это показывает и говорит, что, друзья, это проект. Это проект, значит, он является венчурным, то есть, ну, с рисками. Но риски не такие, что ты денежки свои положил, и они у тебя провалили. Нет. А тут основной риск – это по времени. До 15-го, 14-м проект начался. В 15-м году, в августе месяце, ваш покорный слуга, вот я лично стоял еще на пустом поле, где были только вырублены кусты, и зарывалась капсула времени. 15-й год. С какого бодуна, друзья, дивиденды получают? Или акции, с акцией еще что-то там по 1 доллару. Вы что? За этим что-то должно быть. Ведь уже хватит, это не тот случай, где с воздуха что-то рисуется. Поэтому здесь надо очень четко понимать и входить. А что он там кто-то говорил, так вы знаете, что у нас тут были судебные процессы, когда есть партнеры, которые рассказывали там своим, значит, как бы тем, кому они агитировали проинвестировать, что вот год пройдет 1000%, так у нас тут есть и наши партнеры, которые это обещают. Вот если кто этого хочет, пожалуйста, туда. Только я не знаю, как там у них процесс идет, понимаете? Поэтому за всем должны стоять реальные процессы, не надо иллюзий строить. Второй вопрос, значит, в связи с Шаржей, так, шестой год. Второй вопрос. Суходоев на вебинаре, минуток, упоминает кого-то, Бапи Дэш. Это, который спрашивал дословно, сколько вы проинвестировали в учебно партнерской программе. Говорит о том, что крупные, задумываются о том, как можно быстрее выкупить. Да, в какой-то степени это так. Бапи это наш партнер, партнер по компании, созданной в Объединенных Арабских Эмиратах, серьезный товарищ, окончил Оксфорд, и он сам индус по своему происхождению, насколько я знаю. Вот, и он достаточно влиятельное лицо в Объединенных Арабских Эмиратах, я уже не говорю об Индии. Вот, поэтому так оно есть. И, конечно, заинтересован, но он иначе заинтересован. Не будем сейчас здесь разбираться. Так. Не знаю, что там еще Суходоев говорит. Если есть такие партнеры, желающие выкупить доли, то почему же они не выкупают? Я уже об этом говорил, друзья. Так, это тоже комментировал. Согласно белой бумаге следует, что
скорее всего, место будет СТО. Я правильно понял? Нет, не скорее всего. Там сравнение сделано. Это не значит, что будет или не будет. Покажет баланс, что выгоднее делать. Ведь сегодня никто не знает, как пойдет процесс, насколько активно удастся запустить на бирже запустить токен. От этого зависит. Нужен ли будет IPO? Если пойдет активно СТО, то что там пырхаться, значит? Там надо такой стриптиз сделать, что очень непросто. Я когда-то пару лет назад я говорил, раскрывал, что такое выход на IPO. Я говорил, что для этого надо делать. Сейчас одну минуточку должен сказать, тут люди пришли, которых я говорил, что они придут. Так, прошу прощения, коллеги. Вот, поэтому вот столько здесь еще комментариев. Почему вместо GTI и почему в Эстонии, что это значит? Я уже об этом тоже говорил, потому что это просто так компания называется. И я точно, и там в этих документах видно, которые я смотрел здесь, а пока не у кого было спросить, какая связь с GTI. Но я больше чем уверен, что она очень четко есть. Без этого не будет ничего происходить. То есть GTI с владельцем технологии. А с какой целью они пришли в привал, говорит, уже есть. Я уже об этом тоже комментировал. Итак, дорогие друзья, есть ли еще какие-то вопросы? Ага, есть, там чуть-чуть проросло. Так, Гринин, Владимир, Виктор. Владимир, будет ли расширять штат и давать возможность партнерам становиться частью команды, делать больше, чем быть просто партнером, привлекая инвестиции? Вы знаете, вопрос там, это и сегодня вам ничего не мешает это делать. СВЦ, оно, значит, но это не то место, где, вы понимаете, там специалистов очень много. Если у вас есть какие-то компетенции, что вы под этим подразумеваете, больше, чем быть просто партнером, привлекая инвестиции. Я вам хочу сказать, что ждите. Значит, вот если вы в чате участвуете, там я написал одно маленькое разъяснение, я сегодня просто не имею права больше говорить, что возможности будут вам больше, чем достаточно, не волнуйтесь. Но не в СВЦ, СВЦ это специальная компания, которая именно занимается площадкой. И то там хватает компетентных специалистов, там надо иметь международные компетенции. Нестеренко Альбина, подскажите, как переоформить акции после смерти мужа? Ага, это наследование к нотариусу, выдал свидетельство о наследстве с указанием данных акций. Что дальше? Просто пишите заявление, прикладываете его. И если вы являетесь, я думаю, что и надеюсь, что вы являетесь акционером, который инвестор или партнер через Skyway Capital, высылайте директору на имя Кудряшова заявку, он уже дальше распорядится. Заявление с просьбой прикладываете вот этот наследственный документ. Так, Олег Гаврилов, когда токены Skyway выйдут в продажу, не знаю. Эстония самая прогрессивная стала в многих отношениях из трех. Да, Татьяна, правильно. Спасибо, Татьяна меня поддержала. Это дорогого стоит сегодня. Да если будет ли белая бумага? Конечно, будет. Я, конечно, задал вопрос, дорогие друзья, вы с английского на русский или с русского на английский? Скорее всего, там надо, скажем так, там есть свои нюансы, редактируется, чтобы правильно понималось все. Потому что там можно по-разному переводить, и можно глупости потом наговорить. Поэтому надо отредактировать как следует белую бумагу на русском языке. Так, если вы посмотрите, значит, почему на английском, потому что есть блоки, которые делали... Я догадываюсь, я этого не знаю, но я догадываюсь, когда я посмотрел на партнеров, которые приведены в белой бумаге. Есть партнеры, которые в Эстонии и в, значит, англоговорящих, вернее, англопишущих, ну, оформляют документы на английском языке, делали на английском языке, поэтому там скомпонован весь этот белый лист, и он сделан, скомпонован на английском языке, поэтому его надо... скажем так, адекватно перевести на русский язык. Те части, которые были на английском.
Это от этого зависит. Продадите по одному доллару, и вы обеспечены миллионером. Конечно, когда до этого дойдет, так и будет. Я об этом не сомневаюсь. Дивиденды это было. Конечно. Да, да, да. И это вполне. И это тоже не. Я не исключаю этого сценария, Виктория. Никто не сказал, что это не будет. Живем, увидим. Все может быть, понимаете? Очень интересный сценарий. Я не имею права здесь в рамках вебинара вам разные сценарии расписывать. Это другая история. Стенания про шестой год говорят о том, что люди не до конца... Да, согласен. Да не, ну вот копайте еще 100 лет. Ну да, и 100 лет, и с удовольствием. А что делать? Сидеть в потолок поплевывать, что ли? Копать очень хорошо. Не все доживут до 90. Ну, вопрос в том, какая у вас установка, Виктория, будет. Ничего страшного, будут дивиденды, все будет, не волнуйтесь, доживут. Кто доживут, не доживут, значит, ну, не судьба, ничего страшного тоже. Смертно, естественно, возможно и так. Ну, там уже идет перепалка, я больше не буду комментировать. Что касается инвестиций из Германии и других европейских стран, все по-прежнему можно инвестировать в граждан. Конечно, можно, никто не мешает. Правильно, только надо делать, и не надо глупости говорить в интернете, и не обманывать людей, а говорить так, как есть. Вот, значит, Юрий, ведите себя достойно, у меня нет никаких причин. Да, все. Дорогие друзья, время прошло, мы с вами проработали, и время прошло очень быстро. Я благодарю вас за вопросы, желаю вам всего доброго, хороших летних дней. Впереди у нас Экофест, мощнейшее представление. Я в воскресенье улетаю опять во Вьетнам, к вьетнамским товарищам, мы с ним будем работать и будем потихонечку там готовить, значит, смотреть, что там с пилотным проектом у вьетнамцев происходит. Вот, готовим, смотрим, работаем. Чего я вам тоже желаю? Берегите себя, своих близких. И самое главное, строим Скавейт, спасаем планету. Всего доброго, до скорых встреч.